Яркий, теплый и нарядный новый детсад в Галиче как островок лета среди вступающей в свои права дождливой осени. Менее чем за год строители сотворили маленькое архитектурное чудо. Серая заброшенная трехэтажка превратилась в одно из самых красивых и современных дошкольных учреждений региона. Снаружи здание облицовано разноцветной плиткой, внутренняя отделка в теплых тонах. На первом этаже пищеблок, прачечная, на втором и третьем спортивный, музыкальный зал и детские группы. Детский сад. Почему так говорят? Потому что дружно в нем мы одной семьей растем. Потому и говорят. В этом доме детский сад. Детский сад открывается здесь намного ближе к дому, к району, потому что до центра очень далеко ребенка водить в сад. А тут очень близко и хорошо. Очень рады, что открыли. У нового детсада большая благоустроенная территория. Просторные веранды, обшитые ярким пластиком. Современные игровые комплексы, а на приусадебном участке красивые растения. На реализацию проекта потрачено 69 миллионов рублей. И благодаря этому уже в конце октября еще 154 юных галичанина смогут комфортно готовиться к школе, а их папы и мамы наконец-то выйти на работу. А самое главное, что на достигнутом администрация региона останавливаться не намерена. В ближайшее время мы планируем открывать детский сад, как я уже сказал, в Охме, в Ныне. Закладывается детский сад в Караваево. Поэтому полагаю, что в ближайшие 1,5-2 года проблема, связанная с обеспечением местами ребятишек, будет решена в полном объеме. Евгений Соловьев, Михаил Ванчиков, телекомпания «Русь», город Галич.